Приветствую вас, уважаемые любители закусить. Восхитительные ножки ходят по дорожке. Куриные. И прекраснейшие лимончики. Ну что, приступим. Значит, берем лимончик. И цедру с него снимаем так тоненьким-тоненьким слоем. А так, слегка, без фанатизма. Чтоб белую горькую штуку не портить. Сюда я. Выжимаем сачок с лимонов и тоже туда. Теперь петрушечка. Вот петрушечку так. Не надо с нее кашу делать. Вот так крупненько. Вместе с палками. Палки хороший аромат дают. И чеснок. Куда ж без него? Ножки и без чеснока. Ну и орегано. Люблю я его. И на этом со специями закончим. Ну и надо так нежно эти мне ноги теперь пощупать. Представляете, что это женщина. Но если там, на той стороне экрана, женщина, тогда представляете, что это мужчина. Ну и дальше их так выкладываем сюда, чтобы они все были на дне, в соке. Если подходящей посудины такой нету, можно взять по-простому какой-то целлофановый кулечек. Это будет даже еще лучше. В него туда завязать так без воздуха. Помять. А у меня вот как раз на мой объемчик. Подходящая кастрюлечка. И все, оставляем мариноваться. Ну, минимум на час. Оставить можно при комнатной температуре, если температура у вас в комнате, ну, там, градуса 23, не больше. Если жара лето 30, 35, 40, то лучше, конечно, в какой-нибудь холодильничек. А в идеале в какое-нибудь прохладное место, в погребочек, где там градусов 15, где винцо дозревает. Ну, в общем, оставляем минимум на час. Ну, прошло у меня часа 2-2,5. Хочется кушать. А еще что? Ого, сколько ждать. В общем, картошечка. Я ее не, хотел сказать, не мою. Помыл хорошенько, но не чищу. И режем. Она кусочки такие, как вам нравятся. Ну, у меня где-то вот, вот такие будут. Поливаем маслом хорошенечко. И теперь вот этими руками надо их замазать. Ну, в смысле, руки, не картошку. Руки у меня помытые. Ну, а дальше выкладываем наши ножки. Вот так их где-то тут среди картошечки. И вот этот весь рассольчик с вот этими всеми травками, лимончиками. Все сюда, все сюда. Теперь подсолить. И еще вот чеснок прямо со шметками. Не чистить, вот так. Вкусненький он потом будет печеный. Ну и в прогретую духовку на час при 200 градусах. Ну что, нальем солодовой водочки под это дело. Ну, ваше здоровье. Аромат. Анка изнутри. Картошка вкуснейшая. Вкуснейшая. Легко. Ножку. С привкусом лимончика. В общем, тут ничего рассказывается. Надо готовить и есть. Есть и готовить. Чем я сейчас и займусь. В общем, как вы понимаете, я сейчас выпью и поем.
А вы бегите за ногами, берите картошечку с лимончиком и вперед. Ну, ваше здоровье и всем пока!